последнее время виртуальная реальность занимает слишком много места в жизни современных подростков. Но задумывались вы хоть раз, к чему это может привести на самом деле? Об этом вы сможете узнать в многосерийном фильме «Спарта», который презентовал Первый канал и наверняка который вы уже посмотрели. Первый сезон почти закончился очень быстро, так как состоит он всего из 8 серий, которые нам показывали 2 недели. Разумеется, у поклонников данного сериала возникает вопрос, будут ли снимать второй сезон. Второй сезон детективной драмы возможно будет, и если он выйдет, то не ранее лета 2019 года. Всем спасибо за внимание, пока!